Ремонт многоквартирных домов в Алтайском крае продолжается. За 2 года более 200 многоэтажек получат второе рождение. Только в 2015-м работы проведены на 101 объекте. Сегодня приемку 2 из них лично проинспектировал губернатор Александр Карлин. На ремонт по адресу Никитина, 71, затрачено более 4 миллионов рублей из фонда регионального оператора. Дом 38-го года постройки нуждался в нем последние 5 лет. И вот в августе 2015-го он дождался рабочих. Здесь был ремонт стропильной системы, была частичная замена муэрлата, полная замена была обрешетки, замена была произведена ограждение, было установлено снегозадержание, ранее снегозадержания не было здесь. Кроме того, строители смонтировали водосток, оштукатурили дом, поставили пластиковые окна в подъезде. Фасад теперь под сайдингом. В целом работы были произведены с хорошим качеством, и мы довольны. Если говорить о личных ощущениях, то в квартирах стало теплее, меньше стало шума, и поэтому это просто здорово. Напомним, что как здесь, так и на других объектах ремонт ведется региональным оператором на средства, собираемые с населения. В этом году тарифы на капитальный ремонт останутся неизменными. Первый год реализации программы показал, она работает. Мы оцениваем этот стартовый этап как успешным. Созданы все организационные предпосылки, финансовые. Собрано сегодня 800 миллионов рублей в эту общую копилку. Правда, не всегда эта общая копилка расходуется так, как нужно. В Барнауле есть ряд домов, ремонт на которых региональный оператор или провел, или собирался. Однако выяснилось, что делать его должен муниципалитет. На это есть решение суда. Этот вопрос рассматривается, и если говорить о Барнауле, то на 4 февраля они будут принимать решение относительно этого. Мы обозначили, какую сумму затрат мы понесли, которые необходимо бы компенсировать. А капитальный ремонт продолжается. Кстати, Алтайский край здесь снова впереди планеты всей. Несмотря на то, что есть районы, где собираемость платежа минимальна, в целом по региону она выше 82%. Николай Тихонов, Андрей Леонтьев, новости.